Всем привет! 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 Вы на канале «Готовим с любовью». Сегодня будем выпекать мишки Барни. Очень вкусные, с шоколадом. Готовятся проще простого. Дети их просто обожают. Для теста нам нужны будут следующие продукты. 3 яйца, 90 граммов сахара, 10 граммов ванильного сахара, 150 миллилитров молока, 50 граммов мягкого сливочного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя и 200 граммов муки. Все продукты должны быть комнатной температуры. Для начинки можно использовать шоколад, мармелад, любые фрукты, очень вкусно с бананом. Поэтому экспериментируйте. У меня молочный шоколад. Значит, для начала яйца с сахаром взбиваем в пышную массу. Также для аромата добавляем ванильный сахар и мягкое сливочное масло. Очень мягкое. Заранее достаем из холодильника и взбиваем. Дальше в тесто добавляем молоко. Муку перемешиваем с разрыхлителем и также добавляем в тесто. Муку добавляем частями и вымешиваем. Деткам очень нравятся Барни, а приготовленные в домашних условиях это объедение. Если честно, один раз покупала в магазине, не понравились. Не понравились. Когда даже я выпекала дома бисквитные Барни, им больше понравились, чем с магазина. Начинку каждый раз делайте свою. Хорошо вымешиваем. Тесто будет не густое. Такое вот, видите, жидковатое. Такими должно быть. Хорошо размешали. Включаем разогреваться духовочку. Сейчас будем выпекать Барни. Из дому взяла формочки Барни. Здесь можно выпекать в этой форме любое тесто. И будут у вас мишки. Я даже иногда по рецепту печенья Мадлен выпекала в мишках. Детям нравилось, много радости. Мишки, мишки съедаются быстро. Хорошенько смазываем растительным маслом. Хоть у нас сливочное масло есть и в тесте, но вы знаете, здесь вот эти лапки, ножки, всякие выемки, их нужно смазать растительным маслом, чтобы достать потом наши мишки легко и просто с формы, без всяких усилий. Духовочка у нас разогрета, теперь аккуратненько выкладываем тесто в формы. Тесто льющееся. Когда надумаете покупать эти формы, обязательно сразу берите две формочки. У меня сначала была одна форма. Это так неудобно. Во-первых, тратится время. Вы ждете, когда одна часть Барни выпекается, потом вторая. А так сразу поставили и все. И все готово. Тесто еще осталось. Оно нам нужно. Выкладываем по кусочку шоколада. У меня пористый молочный шоколад. Без разницы, можно брать любой шоколад. Теперь берем тесто, которое у нас осталось, и вот выкладываем сверху шоколада. С этой порции получается 12 мишек Барни. Наши мишки ставим в разогретую духовку на 170 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Ну а теперь долгожданная дегустация. Пробуйте. Мишки Барни выпекались в духовке 30 минут. С этой порции получается 12 мишек.
вкусный, мягкий. Вкусный, мягкий, воздушный, ароматный. Какая ты умница, уже знаешь, что сказать. Классные мишки, мне понравилось. Кушайте на здоровье, кушайте. С вами был канал «Готовим с любовью». До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на канал и пишите комментарии. И ставьте лайки. До встречи. Пока.